Министерство финансов информирует, что с начала следующего года налоговые карты начнут действовать уже с 1 января, а не с февраля, как было ранее. Также в дальнейшем верхняя граница дохода будет рассчитываться на основе доходов за весь год. Если у вас есть потребность в лечении, вы можете решить этот вопрос за рубежом. На сайте КЕЛА опубликована подробная информация о компенсации лечения в другой стране Евросоюза или Европейской экономической зоны. Можно самостоятельно подать заявку на лечение без предварительного согласования или заранее сделать запрос в КЕЛА. Ссылка на подробную информацию в описании к видео. Также КЕЛА опубликовала советы студентам в различных ситуациях, которые могут возникнуть с началом летних каникул. Как решить финансовые вопросы, если вы не нашли летнюю работу? Если вы работаете, то как ваша зарплата может повлиять на размер пособий? Что делать, если вы только что закончили учебу, но не нашли работу? Ссылка на подробности в описании к видео. А вы знали, что в Финляндии есть субсидируемые, поддерживаемые отпуска для семей с детьми, взрослых и пожилых? Подробную информацию, кто может воспользоваться и о расходах в отпуске, можно найти по ссылке в описании к видео. Узнайте больше и подайте заявку. Помогите муниципалитету Хельсинки улучшить информирование на русском языке о муниципальных услугах и городских новостях. Ваше мнение очень важно. Дополнительная информация по ссылке в комментариях. Еще не определились, чем занять ребенка на летних каникулах так, чтобы ему было весело и интересно, а вам спокойно? Записывайте его в летний лагерь Граните, где он с пользой и удовольствием проведет время. Ссылка на подробности и регистрацию в описании к видео. Бесплатные индивидуальные консультации на русском языке по социальным вопросам, связанным с взаимодействием с официальными органами Финляндии. Миграционная служба, налоговая инспекция, полиция, управление социальным обеспечением, бюро занятости и здравоохранения. Только по предварительной записи. Ссылка для записи в описании к видео. Больше информации читайте в нашей группе в Фейсбуке «Русскоязычные Финляндии». Всем хороших выходных!